гений должен быть ты. Мы очень любим выступать в шоу. И для шоу, мне кажется, что мы хорошие тоже. А когда вы были... Спортсменами? Суперспортсменами. Тебя Максимом решил сначала ты раз вишки. Можно, по-моему, на это отдавайся. Хотите что-то, какой-то месседж, что-то сказать Мао? Мао, жизнь не останавливается. Как я, то, что я себе желаю, да, перелистываем нашу страницу и с нового листа начинаем писать. Новая глава, все заново. Все заново. Это был один этап, жизненный этап, жизни нашей. Сейчас новый этап. У нее впереди семья, дети. Также она готовится к шоу, также я знаю, что у нее свои шоу. Также у меня есть мечта выступить в одном шоу вместе с Мао. У меня есть «Снежный король» шоу, есть «Щелкунчик». Это сказки для всей семьи, поэтому мы, кстати, работаем над этим. И не исключено, что в ближайшем будущем мы приедем в Японию именно с моими шоу, с моими сказками для всей семьи. Вот. А ей ни в коем случае не останавливаться. Она внесла мировое фигурное катание свой вклад, и вклад большой. Поэтому она всегда останется в фигурном катании как суператлет, как суперспортсменка с большой буквы. Поэтому жизнь только начинается, она еще молодая. Еще она может столько сделать для фигурного катания и вообще для людей.